Не, на самом деле вебинар очень крутой, мне все очень понравилось. Получил ответы на все вопросы, все было с юмором, вот, а я это люблю. Ну да, на самом деле я много технических аспектов узнал, и по поводу съемки, и по поводу, ну, монтажа я практически все знал, но вот по поводу светокоррекции у меня были какие-то вопросы, по поводу стедикама мне очень понравилось, ну, вообще, ну, весь рассказ, как бы, я просто как раз с этим вопросом, в принципе, и шел.